Ребят, будьте добры, оплатите, пожалуйста, счет. It's you. No, man, it's you. Man, I'm sorry, it's you. Нет, вам нужно счет оплатить, пожалуйста. We have a tradition eat food today. Yes. Pay money in tomorrow. Заплати. Not today. Tomorrow. Do you speak English? You understand? Счет, счет. My Roger, see. Заплатите счет, пожалуйста. Okay, man. Притчи, истории и приключения, ожившие сны и развлечения, метаморфозы, дверь открывается, ключик подобран, все начинается. Вот знаете, в моей деревне вот таким вот мечом рубят голову, но не сразу. Сперва палач привязывает жертве на голову деревянную клетку. Клетка привязывает к макушке дерева, гнутого дерева. И когда палач проводит мечом по шее, клетка, как катапульта, знаешь, что такое катапульта? Как катапульта выбрасывает голову за пределы селения. Не сходить за клеткой. Остальное за обслуживание. Держи. И впредь, ребят, говорите по-русски. Брат, слушай, брат. Такое дело, прости нас. Мы хотели пошутить просто. Бог простит.